Да нет, нормально, просто жарко. Алиночка, привет. Алиночка, любовь моя. Нормально. Ты как? Да, в Москве. Ты уже приехал из Таджикистана? Базарь вроде. Или не помню. Я знаю, что отдых, что делать будете. Да и что? Сходите куда-нибудь. Только много не кушайте. А у вас нормально с весом? Такое ощущение, что я себе сильно губы накрасила. Какое? Просто губы сильно накрасила, да? Ну и хорошо. Мне много что не нравится в себе. Но я не буду рассказывать, что именно. Чем? Спать хочется. А, да, в Москву с Ренатой. Почему так долго ждем? Так же, как и тебя ждали долго. Привет. Это кто такой, доктор Татсон? Кто это, скажите, пожалуйста. Не могу просто понять, что где, с какой девочкой, скажи мне.
Нет, я не могу снять спортивку, потому что я жирная. У меня сейчас комплексы по этому поводу. Ты не на сборах, потому что я не на сборах. Игорь, я уже вот так вот аж от тебя. Я просто отдыхаю. От чего только? Спасибо. Ой, там дяденька пьяный идет. Ой, ё-моё. Бедный. Упс. Да, большой вес, очень большой. Не хочу даже вспоминать, потому что не хочу расстраиваться. Вы только видите мое лицо. Но вы не видите мое тело, какое оно сейчас. Не хочу вспоминать, я потом расстроенная буду. Чем-то. Выпил много. Как ты думаешь? Какой 70, ты что? Меньше. Держи прямо камеру свою. Почему я ушастик? У меня что, уши торчат? Да, скажи, уши торчат? Может, он спать хочет. Ладно, пускай я буду ужастиком. Привет, Обрек. Как дела? Вообще-то это я спросила, как у Абрика дела, не надо за мной повторять. Почему так долго уже, ужас? Тоже все нормально. Да. Когда у тебя там соревнования? Эти Олимпийские игры или что у тебя там? Забыла, как называется. Рост 157. И я больше не вырасту, представьте. Мне от этого очень грустно. Мы автобус ждем. В октябре, а сейчас сентябрь. Скоро. А во Владивостоке что там? А что там будет? Нет. Я дома. Ура. До 157, да блин.
Что я сделала, раз это такая коротко? Да. Называй меня так. Мне неприятно. Да. Ты мои наушники взяла? Да. Красавчик. Уже не грущу. Откачивай. Братан его. Я не вырасту. Мне сказали, что все. О, Господи. Там мне сказали все без вариантов. Мне там что с костью в коленях, что они у меня замкнулись. Там что-то, и поэтому больше не вырасту. Привет, Дим, как ты? Мы только едем.